Сушеный болгарский перец. На 155-м блюде уже все заплетается, все, что можно заплести. Итак, во-первых, мы его попробуем, наверное, сначала, а то может внезапно что-нибудь получится. Пряный. Прикольно. Реально паприка. Вот. Это прям круто. Я его пущу по кругу. Он, наверное, как лук и чеснок, сейчас будет жеваться просто так. Мы продолжаем замешивать нашу пюрешечку с фаршиком, с иголочками чесночка. И вот с укропчиком. Сейчас что-нибудь еще туда насыпем. И потом все это весело съедим, я так думаю. Попробуй, как что получается. А, попробовать уже? Ну, понимаешь, он еще не размочалился, он еще жестковат чуть-чуть. Да вкусно получается. Вкусно, но укроп, перец надо время.